сожалению или к счастью, но лечение коронавируса в домашних условиях сегодня – это реальность. И потому что больницы перегружены, и потому что около 80% заразившихся переносят заболевание в легкой форме. А нужен ли в этом случае врач, как лечиться? Об этом поговорим в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Лечимся или самолечимся? Дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи сегодня – это Ирина Золотовская, врач-терапевт, профессор кафедры госпитальной терапии СамГМУ, а также заведующая поликлиникой горбольницы номер 4. Здравствуйте. Инесса, здравствуйте. Всем добрый вечер. Ирина Александровна, мы в прямом эфире. Программа называется «Звоните доктору». Это означает, что вы готовы уже отвечать на вопросы и мои, и наших телезрителей. Я только напомню номер телефона 202-11-22. А сегодня мы говорим о лечении коронавируса в домашних условиях. Я назвала цифру 80% переносит заболевание в легкой форме, но это, наверное, достаточно такая общая цифра. А что по Самарской области, как много заболевших лечится у нас дома? Инесса, мне очень понравилось ваше вступление. Вы сказали, к сожалению или к счастью, лечение на дому. Так вот, я, наверное, хочу для всех сказать, что, к счастью, большинство все-таки пациентов находится на дому под наблюдением своих участковых терапевтов. Причем это и в крупных городах, и в районных центрах, и в отдаленных, на отдаленных наших территориях. И на самом деле, несмотря на то, что для всех, для нас это оказалась новая инфекция, все-таки вы абсолютно правы, что большинство пациентов находится на лечении в домашних условиях. Я думаю, что даже этот процент несколько выше, чем вы озвучили. Хорошо. А можете ли сказать, какой процент из начавших лечиться на дому все-таки приходится госпитализировать? Ну, пусть не в точных цифрах, но вот не справились, в больницу едем. Вопрос не стоит в том, что не справились. Вопрос стоит, что, безусловно, есть определенные категории пациентов, есть определенное течение заболевания, когда необходима госпитализация таких пациентов. И в разный период времени, я имею в виду, начиная с мая, уже даже больше, с апреля, цифра по госпитализации несколько изменяется, но в среднем где-то вот это порядка 5-8% пациентов нуждаются действительно в госпитализации. И еще раз повторяю, что это не вопрос «не справились». Это определенное течение заболевания и часть пациентов, которые уже имеют некие осложнения, такой отягощенный фон, когда инфекция действительно развивается не совсем по благоприятному сценарию. Отвечаем на звонки. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот у меня к доктору можно вопрос задать? Конечно. Ирина, не знаю, как вы, отчество. Александровна. Ирина Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. У меня дети заболели. 14 числа уехали из дома и заболели. 16 дочка мне звонит и говорит: мам, у меня горло что-то побаливает. Ну, а 16 у нее температура. Они домой не вернулись, так как я инвалид второй группы. Они у себя в доме там стенели. Тут у нее через 3 дня пропадает обоняние. Дышит вообще как в гармонии дышит, а схаркиваться не может. Это идет с 15 числа. 16 числа заболевает у нее муж, дядя. Сегодня она поехала сдавать кровь. Ну вот, на коронавирус. И что вы думаете? Анализ показал, что у нее нет. Все хорошо. Как это быть? Да, обоняние до сих пор у нее не вернулось. Вопрос, да. Вопрос понятен. Такие вопросы возникают достаточно часто, что есть некие клинические проявления, которые как бы очевидны, что у пациента должна быть подтверждена острая коронавирусная инфекция. Сдают анализ, ПЦР, и там отрицательный результат. Это еще не значит, что пациент
не имеет это заболевание. Потому что в том числе и на основании клинических проявлений, согласно методическим рекомендациям, последним нашим методическим рекомендациям, участие пациентов мы выставляем диагноз острой коронавирусной инфекции. Что касается вот вашего случая, у меня, конечно, сразу вопрос, почему при таких проявлениях вы не посоветовали своей дочери или дочь сама не обратилась к врачу. Безусловно, она должна была 14-го, 16-го точно обратиться к врачу за медицинской помощью, которая наверняка ей требуется в условиях того, что у нее есть температура, я специально записала, боль в горле. И вне зависимости от того, каков был получен результат по тесту, необходима консультация врача, и врач должен прописать определенную терапию. Вот это такой мой полный, мне кажется, ответ на вопрос. Не ожидайте всегда, что у вас для подтверждения должен быть положительный результат. Да, это многих сбивает с толку. Да, это очень, к сожалению, вот такая Еще ситуация. Один звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я больна 14 числа. Тест, к сожалению, не подтвердил коронавирусную инфекцию, но МКТ показал двухстороннюю пневмонию с легким матовым стекло с поражением порядка 4%. Меня волнует температура, которая держится у меня уже 2 недели, вот с 14 числа, и температура в районе, до последнего времени была выше 38,5, то есть 12 дней я была на жаропонижающих. Сейчас она в районе 38. Антибиотики я уже 3 вида проколола, пропила, противовирусные пропила, и я не понимаю, как мне дальше лечиться, может, что-то подскажете? А вас кто-то лечит? Вас лечит доктор, или вы это все сами принимаете? Нет, естественно, я вызывала врача, потом ходила в поликлинику, меня просили прийти, чтобы дать ПЦР. То есть я, уже все назначения, которые мне делал врач, я уже все это сделала, то есть. Да, я поняла ваш вопрос. Давайте несколько его разложим вот на составляющие. Во-первых, вы почему-то сказали, что, к сожалению, тест не показал у вас положительный результат. Еще раз вот возвращаясь к предыдущему моему ответу, не все ожидайте, пожалуйста, положительных результатов. Это первое. 4% у вас на компьютерной томографии диагноз пневмонии ставится, и тоже мне хочется сказать для всех, не только на основании тех дополнительных методов исследований, сегодня это компьютерная томография, которая проходит пациент. Диагноз пневмонии устанавливает врач с учетом клинической симптоматики, с учетом лабораторных данных. Вам посоветовать в отношении какой-либо дополнительной терапии, конечно же, вот в условиях эфира я вам этого сделать не смогу, потому что это требует большего времени на опрос пациента и знания дополнительных, конечно, методов. Я думаю, что вам нужно проговорить с вашим лечащим врачом, сдать, возможно, какие-либо дополнительные лабораторные исследования для того, чтобы посмотреть, на основании чего у вас такой уровень температуры. Потому что, конечно же, если сохраняется температурная реакция, это такой тревожный звонок, тревожный симптом, который либо требует продолжить определенную терапию, либо требует дополнительных методов исследований. Потому что не все, что сегодня, конечно же, есть, это коронавирусная инфекция. Нужно понимать, что и другие инфекционные заболевания могут быть, и сочетание нескольких заболеваний тоже может быть. Ирина Александровна, я понимаю, что неправильно и неэтично, например, сейчас говорить, что давайте мы проконсультируем женщину, нее есть лечащий врач, да. Но тем не менее, если вот проблема не получит решение, такое же тоже теоретически можно. Конечно. Что тогда делать все-таки? Может, что-то еще посоветуете? Я, тем не менее, не все равно. Вот вы меня не склоняйте к тому, чтобы в эфире давать какие-либо советы по рекомендации, по лечению. Я с удовольствием поговорю с пациенткой, с удовольствием, если будет оставлен номер телефона, перезвоню, уточню, и, возможно, мы тоже будет возможность переговорить и с лечащим врачом лечебного учреждения по каким-то дополнительным рекомендациям. Поэтому оставьте свой номер телефона, и мы обязательно свяжемся. На всякий случай, пожалуйста, если не оставили, то можете еще раз набрать нашего оператора, оставить свой номер телефона и свое имя, конечно же. Ирина Александровна, вот сейчас женщина, которая звонила, сказала, что она проколола 3 вида антибиотиков. Я прям вот этот вопрос
Это очень беспокоящий многих, не только меня, но меня тоже, конечно. Вот выписала специально врач-реаниматолог ковидного госпиталя Сергей Царенко, это Москва. Пишет: к сожалению, консультируя коллег из регионов, приходится сталкиваться с тем, что люди бездумно применяют антибиотики с целью помочь больному. Однако вместо помощи происходит формирование резистентной микробной флоры. И самое главное, врач теряет время, ожидая эффекта от назначенного препарата. Эффекта не будет, поскольку ковидная инфекция – это болезнь не ослабленного иммунитета, а как раз болезнь избыточного. Поэтому нужно для купирования воспаления здесь не антибиотики, а другие препараты. Скажите, пожалуйста, что все-таки по поводу вот этого вопроса назначения, ну да, трех видов антибиотиков при лечении ковида? Да, вы действительно правы. С той ситуацией, с которой мы столкнулись по антибактериальной терапии, по и самостоятельному приему антибактериальных препаратов пациентами, и по назначению врачей, она, конечно, для нас оказалась такой неожиданной. То огромное количество антибактериальных препаратов, которые стало использовать население, это очень большая проблема. И эта проблема, может быть, сегодня не так очевидна, она станет очевидна буквально через, может, некоторое время, когда на смену вирусной инфекции начнут приходить бактериальные заболевания. И у нас действительно будет формироваться такая популяционная резистентность. Это совершенно сегодня вот такой очевидный момент, и мне хочется, а мы уже давно, когда проводим свои конференции, мероприятия, и руководители здравоохранения, в том числе руководитель нашего Министерства здравоохранения, обращаясь к жителям, обращает внимание на то, что бессистемное, бесконтрольное употребление антибактериальных препаратов ни к чему хорошему не приведет. На каком моменте использовать антибактериальную терапию, в каком сочетании этих препаратов может решить только лечащий врач. Потому что, еще раз, новая коронавирусная инфекция, момент, то, что это вирусная инфекция, говорит сам за себя. Потому что все-таки антибактериальные препараты в том случае, когда присоединяется бактериальная инфекция. Вот ответ, наверное, совершенно, я соглашусь, коллега из Москвы. Единственное, что не только регионы по периферии, но и в Москве и Санкт-Петербурге тоже стоит вопрос о чрезмерном, избыточном использовании антибактериальных препаратов. Есть несколько схем лечения коронавируса. Причем, к сожалению, они есть в свободном доступе. А может быть, к счастью, вот, кстати, не знаю. Они есть в свободном доступе, они есть и на сайте Минздрава. И, в общем-то, человек, заболевающий в легкой форме, он частенько берет эту схему и начинает лечиться. Ну, может быть, и ладно, там же все прописано. Инесса, ваш вопрос абсолютно провокационный. Я считаю, что да, потому что то, что опубликовано на сайте Министерства здравоохранения, там даже есть такая сноска, являетесь ли вы медицинским работником, да, когда мы открываем временные методические рекомендации. Конечно же, схемы, те, которые прописаны, они прописаны для медицинского сообщества, для специалистов, которые занимаются лечением новой коронавирусной инфекции. Информация открыта. Но то, что вы проговорили, наверное, счастье, что оно находится вот у многих на руках, в интернете, в различных, на различных сетевых ресурсах, нет, это не счастье. Потому что действительно человек, начиная заболевать при появлении первого симптома, обращается к интернету, к своему знакомому, ему дают некую схему, которым лечился совершенно другой человек, совершенно, может быть, другого возраста, а порой и пола, и имеющий другой набор заболеваний. Это имеет колоссальное значение при выборе схемы, потому что схема не одна, их же не зря несколько. Угу. И выбирает эту схему в данном случае, конечно же, врач. Вообще любое лечение лекарственными препаратами должно быть по назначению врача. А несколько – это сколько? 10 схем, которые мы сегодня можем использовать. Понимаете, это, и опять же, это не зря сделано. И мы лечим индивидуально пациента.
мужчина, еще раз говорю, женщина с повышенной массой тела, без наличия артериальной гипертензии, со стабильным артериальным давлением, перенесший инфаркт миокарда, или это, например, молодой мужчина без совершенных факторов риска. Это разные пациенты, разные схемы, разные подходы. Иногда бывает разная длительность терапии. На этом мне хотелось бы сакцентировать ваше внимание, а то, что в доступе есть много схем и много рекомендаций, вот это не во благо, не во благо. К сожалению, заболевание не щадит никого. Мы видим, и президенты разных стран болеют, и люди любого возраста, социального положения. Да. Мы сегодня связались по видеосвязи с членом Общественной палаты Светланой Полдамасовой, просто попросили ее рассказать о ее опыте лечения коронавируса. Это нам нужно для того, чтобы продолжить дальше разговор. Давайте сейчас посмотрим. Моя болезнь началась очень сразу бурно. Я почувствовала сильную слабость, невозможность пошевелиться, невозможность даже самой за собой ухаживать, выпить лекарства. Хотелось просто вот лежать и спать. Постоянная головная боль. Обратилась в поликлинику. Доктор сразу назначил противовирусный препарат, потому что еще и повышается температура. Температура выше 39 градусов. И была предложена новая методика лечения, новый противовирусный препарат, который поступил в нашу поликлинику. Мне его передали бесплатно. Хочу сказать, что сразу после приема лекарств я почувствовала значительное улучшение. Температура постепенно перестала подниматься. Что самое главное в данной ситуации? Главное — не поддаваться панике. Главное все-таки следить за дыханием. Конечно, хорошо бы следить уровень кислорода в крови, отслеживать. Но у меня был пульсоксиметр, на самом деле. Не падать духом, выполнять предписания врача, температуру не торопиться сбивать. Все-таки, когда ты выдержишь, организм борется, и вирусы при высокой температуре в организме погибают быстрее. Если, Светлана Ивановна, вдруг вы сейчас нас смотрите, то мы желаем здесь с доктором и с нашими зрителями вам скорейшего выздоровления. А я показала этот сюжет, преследуя две цели. Первое, всегда же хочется увидеть и услышать человека, который прошел, и понять, что да, справиться можно. И второе, вот симптомы, которые она назвала, и то, что было сказано самое главное. Вот я хотела бы, чтобы вы прокомментировали, что да, на самом деле, вот что, к чему прислушиваться, на что обращать внимание. Но опять же, несколько главных моментов. Я благодарю Светлану Ивановну за то, что как разумно она подошла вот к вопросу описания своей болезни. Mm-hmm. И в итоге она сказала о том, что необходимо прислушиваться к рекомендациям врача, их выполнять. Но те проявления, которые были здесь озвучены, они действительно очень типичны. Это общая слабость, это повышение температуры, это головные боли, в определенном проценте случаев потеря обоняния, потеря вкуса. Вот длительность температурной реакции зависит действительно от индивидуальных особенностей пациента. Но вот это некие такие симптомы, которые присутствуют у большинства пациентов. И, конечно же, многих это тревожит, особенно с первых моментов появляется температура, сразу высокий уровень тревоги. И я, наверное, может быть, даже вот несколько предвосхищаю часть вопроса зрителей. Хочу сказать о том, что все-таки мы сегодня научились в большинстве случаев справляться с этой новой для нас, и для нас, конечно же, тоже новой инфекцией. Вот мы долго находимся уже в этом периоде повышения заболеваемости, но те методики, те препараты, вы слышали, Светлана Ивановна проговорила о том, что ей был назначен препарат, в том числе противовирусный, который достаточно быстро принес облегчение, уменьшение симптомов. А зрители вам сейчас возражают, но летальность-то есть? Да, она есть.
ее, безусловно, признают все и на уровне нашего министерства, и Министерства Российской Федерации, и в других странах, Инесса, она тоже есть. Конечно, это новый вирус, он молодой, активный, незнакомый для человека, поэтому так агрессивно отвечает у части наших пациентов иммунная система. Наша иммунная система первый раз столкнулась с этим вирусом SARS-CoV-2. И поэтому, конечно же, часть летальных исходов, безусловно, имеет место быть. Это сегодня факт, который признан, анализируются все летальные исходы, причины, почему они возникли, на каком этапе оказания медицинской помощи, может быть, есть какие-то сложности. Но сегодня, с учетом того, что все этапы отработаны, и опять же, есть индивидуальные характеристики пациентов, наиболее подвержены в том числе развитию негативных событий те пациенты, у которых есть масса сопутствующих заболеваний, они в особой группе, и к ним наиболее пристальное внимание, конечно же, это лица старше 65 лет, не зря ограничительные мероприятия именно по этой группе, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, имеющие эндокринологические заболевания, и поэтому каждый врач, имея такого пациента на участке, более внимательно, в том числе к этой группе пациентов. 202-11-22 – это телефон нашей скорой телевизионной помощи. Вы можете звонить в студию. Сегодня у нас Ирина Золотовская, заведующая поликлиникой городской больницы номер 4, врач-терапевт, и мы говорим о лечении ковида на дому. Ирина Александровна, ну, уже, наверное, понятно, да, что все-таки обязательно не лечиться самим и не назначать самим себе препараты, но в связи с тем, что люди напуганы и стараются запасать какие-то препараты дома, перебои с ними случаются в аптеках. Поэтому что все-таки в домашней аптечке иметь стоило бы? И вот сейчас Светлана Ивановна говорила, что у нее был пульсоксиметр. Хорошо ли и необходимо ли иметь его дома? И что вы посоветуете? Ну, начну с того, что люди напуганы и приобретают лекарственные препараты. Угу. А если не те приобрели лекарственные препараты, которые нужны будут именно вам? Те схемы, которые, опять же, повторюсь, взяли у кого-то другого человека, вам, может быть, совершенно не подойти. Поэтому заранее закупать несколько антибактериальных препаратов, противовирусных препаратов и еще каких-либо абсолютно, в общем-то, такое дело несколько неблагодарное, можно не угадать просто, да, это первое. Второе, что касается необходимости пульсоксиметров, да, действительно, пульсоксиметр – это тот прибор, который позволяет нам измерить сатурацию кислорода и позволяет ориентироваться на этот показатель, в том числе и направить пациента на госпитализацию или нет. Если у кого есть возможность, у кого есть эти пульсоксиметры, то это, конечно же, хорошо. И если есть в индивидуальных аптечках или дома пульсоксиметр, то на аудиоконтроле, когда берется пациент, то пациент сообщает и уровень своей сатурации. То есть это плюс? Это плюс, безусловно. А в отличие от большого количества препаратов. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Я уже 4 недели как болела коронавирусом на больничном. Сама дала кровь на антитела. Мне просто было интересно, как у меня выработался иммунитет, и как могу я заразиться в уме. То есть показатели были нормальные. И 73, G, 15. И вдруг меня то закрывают на 2 недели, на карантин, говорят, вам нельзя никуда ходить, сидите дома, подъедем, будем брать у вас маску. Смысл в этом маске. Мне сейчас мазок ничего не покажет. А я бы хотела, так как у меня последствия это заложенность носа, терапевт не будет, конечно, как ТВД, но пред. Но я бы вот хотела более профессионально к вам обратиться, к кардиологу обратиться, потому что мне не нравится, мне перебои сердца. Я переживаю за это. А я это время не могу никуда пойти. 2 недели. Из-за того, что вы на карантине, да.
Да, мы поняли, спасибо большое. Он, на самом деле, Несса, я не совсем поняла, почему пациентка на карантине сейчас. Я поняла, что какие-то были перебои со связью, не совсем вас было слышно хорошо. Иммуноглобулины G, иммуноглобулины M пациентка сама сдает, и после только этого, через 4 недели, да, у вас карантинные какие-то мероприятия. Мне сложно прокомментировать, почему у вас карантинные мероприятия, на мой взгляд, они не должны были быть. Ну, опять же говорю, это сложно в эфире прокомментировать. А вот что касается перебоев, да, действительно, мы достаточно, то есть у некоторого процента пациентов видим учащенное сердцебиение и возникший перебой. Но для того, чтобы вам предварительно пройти до обследования, вам нужно сделать в первую очередь электрокардиограмму и посмотреть, и уже исходя из параметров ЭКГ, обратиться к кардиологу, если вас направит лечащий врач, с каким-либо подозрением на какое-либо заболевание. Потому что то, что вам не нравится перебои, они должны быть, вот нужно посмотреть на ЭКГ-пленки. И вот проблема в том, что человек сидит закрытый на карантине и не может пойти к врачу. Тогда все-таки нужно обратиться к своему лечащему врачу. Мы у пациентов, у которых есть определенные тревожные проявления, я имею в виду уже не тревожных пациентов, а тревожные клинические проявления, есть возможность сделать электрокардиограмму на дому, и мы такими возможностями сегодня располагаем. Но если в этом есть действительно клиническая необходимость. Поэтому вот в первую очередь, конечно, ЭКГ. То есть в поликлинику звонить? Нужно проговорить со своим лечащим врачом, как долго будет сохраняться карантин, что это за перебои, на фоне чего они возникли, впервые ли они возникли. Достаточно много здесь вопросов, которые, опять же, нужно решать индивидуально. Угу. Ирина Александровна, чуть-чуть времени. Давайте еще один звонок примем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Валентина Ивановна. Очень скажите, приятно. Пожалуйста, а для профилактики можно пить противовирусные? Я могу отвечать, Инесса? Да. Это вопросы, которые достаточно часто возникают. Вы понимаете, для профилактики вы можете принимать различные нерецептурные препараты, даже не препараты, а какие-то либо вот дополнительные пищевые продукты, да, которые содержат высокий уровень витамина С, других витаминов для профилактики вирусной инфекции. Что касается вот тех препаратов, которые у нас в методических, например, рекомендациях, профилактически, конечно, их не стоит употреблять. Они для лечения новой коронавирусной инфекции. Я бы сказала так. Мы должны в тот момент, когда возникнет заболевание, да, мы должны иметь с вами арсенал лекарственных средств, которые будем употреблять. Есть определенные контингенты, в том числе контактные лица, в определенных ситуациях, когда мы назначаем профилактические дозы лекарственных препаратов. А я бы еще расширила этот вопрос. Вот вы сказали, что хоть пульсоксиметр, это я у вас все-таки выпросила, что точно надо. Выпросили, не зря. Да. А вот Национальные институты здоровья США почему-то указывают, что нет никаких доказательств того, что при болезни могут помочь цинк, витамины С и Д. А мы же сейчас все пьем витамины С и Д для профилактики. Пить? Ну, опять же, провокационный у вас, Инесса, вопрос, да, потому я что... Я думала, такой безобидный. Безобидный. Ну, мы не можем с вами ориентироваться на Национальный институт питания Соединенных Штатов. Тем не менее, достаточное поддержание уровня витаминов и вообще микроэлементов в нашем организме, это, конечно, благо. Есть определенная сезонность, когда снижается у нас концентрация микроэлементов и витаминов, и в том числе в период вирусных каких-то заболеваний, как вот сейчас. Витамин D действительно рекомендован, хотя его нет у нас в рекомендациях, я имею в виду методических, но частью научного сообщества он рекомендуется для компенсации, в том числе, дефицита витамина D. Поэтому здесь уже индивидуальный выбор пациента. Что касается витамина С, вы знаете, когда пьют запредельные дозы витамина С, это тоже не совсем хорошо. Нужно все-таки как-то умеренно смотреть тоже на витаминные препараты. Но да, в определенных ситуациях, да. Ну вот, истекло время нашей сегодняшней программы. Я благодарю доктора за такие развернутые, очень конкретные ответы. Итак, профилактика, здоровый образ жизни, дышим чистым воздухом, гуляем. И обязательно лечимся, но не самолечимся. До свидания, увидимся ровно через неделю. До свидания.